Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Завтра у нас Пасха, ну и я решила своим внукам что-то испечь, удивить их. Ну, в общем, я спекла им маффины. Вот так они выглядят, мои маффины. Эти у меня с шоколадной крошкой. Они, в принципе, в перемешку тут у меня шоколадная крошка и мраморные, вот. Ну и начнем. Значит, мы будем делать маффины. Я буду, значит, делать из готовой смеси. Вы можете, значит, взять 200 грамм муки, 120 грамм сахара и разрыхлитель и ваниль. А у меня это уже в готовой смеси, вот. Значит, мы высыпаем сюда смесь мою. Так, добавляем сюда. Так, я себе тут маленечко отложила этих. Это шоколад. Это я сверху буду покрывать. А эти остальные я высыпаю сюда. Так, и теперь можно также сделать со сливками и маслом. С маслом и с молоком. А я сделаю со сливками. Вот у меня сливки здесь. И 200 миллилитров сливок я сюда, значит, влью. Так. Так. Ну и теперь мы будем замешивать тесто. Наше тесто. Ну, оно, видите, быстренько замешалось, потому что все уже готовое. Вот тесто готовое. Теперь мы будем раскладывать по формочкам. Вот. Будем. Двумя ложками. Так, Димнич, а вот. Вот двумя ложками или одной ложкой. В общем, будем вот раскладывать свое тесто. Если у меня должно. Как раз 12 штук. На 12 штук хватить. Ну вот, я разложила мои маффины. Вот по форме как раз мне тут 12 штучек получилось. И теперь сверху, тут я оставила шоколадную крошку. Я высыплю вот шоколадную крошку. Вот, сейчас крошечку высыпем и пойдем к духовке. Так, в духовке сколько, значит, 180 градусов духовки мы будем выпекать минут 20. Ну вот, мои маффины вытащила из духовки, вот одни уже остыли, а другие вот только что я вытащила. Вот такая красота у меня получилась. Вот детки будут радоваться. Ну вот так. Все, пока-пока. Хороших праздников вам. До встречи. Вот, посмотрите. Вот. Я готова к приему к своих детей, внуков. Ну, в принципе, мы завтра встречаемся в другом месте все. Ну, вот такие блюда я, значит, приготовила. Вот хочу еще раз показать вам. Вот. Ну, все. Хороших праздников вам. Пока-пока. До встречи.